Итак, ребят, всех приветствую. Ну что, продолжаем на том же самом месте, где мы и остановились с вами в прошлой серии. Так, я надеюсь, что игрулька короткая, и что я после того, как выложу первую серию, выложу сразу все остальные. Нет, хорошо, ну, же. Согласен. Так, давай смотреть, что тут у нас есть полезнее. Так, посмотреть записки. Записечки. Мама, твой подарок самый теплый. Так, как тут прочитать? Никак, да? Окей, ладно. Коньки. Оу, а ты ведь у нас неплохо на коньках катаешься. Жаль, что сейчас не до этого. Ну да, согласен. Как-то на коньках убегать будет не... Не зря этот шкаф. Не камильфо. Идет же! Так, дай сюда. Во. Ну, понятно. Наелся, уснул. Ты не беспокой, кусача. Говорится, наелся, теперь запей. Оставить, хорошо. Здесь жемчужные у нас что? Жемчужные сережки. Странно, как они тут оказались? Думаю, жемчуг. Как? Кто-то так старательно заколотил дверцу. Может, и не стоит туда лезть, а? Не знаю, а я хочу. Так, мы здесь задвинем, давай назад и поищем, чем отколупать это все. Ой. Ля, мышка. Готов поспорить, она испугалась не меньше. Согласен. Я тоже немножко перетрухнул. Так, что это? Во. Не похож он на кухонный. Я бы не трогал. Краску эту с пальцев потом не отмоешь. Достал нож, режь. Дай забрать. Нельзя? Хорошо, ничего нельзя. Так, давай тут посмотрим. Во. А давай-ка дровишки в печь покидаем. А давай. Давай, чтоб нас заметили, да? О. Эта печка — наше спасение. Помнишь, папа показывал, как разжечь костер? Помню, сначала давай. Сначала бумага, потом деревяшки, ну и поджигаешь потом. Так, ну что? Дрова просто так не разгорятся. Окей, сначала бумажку, да? А где мне бумажку найти? Где найти бумажку? Так, здесь ничего. На улицу мы явно не пойдем. Подпрыгнуть? Не? Нельзя подпрыгнуть? Так, кресло-качалка, а ну. Давай печь сначала растопим, а потом покатаемся. Замерзнешь ведь. Давай, давай. Дай, дай, что это такое? Печь давай, растопим, давай, а все. Не ори на меня. Истеричка. Так, может на полке вот, типа... Книжная полка. Подпрыгнуть? Не? Не то. А тут бумажки нету случайно? Никакой. Так, нет, тут только эти какие вот, тараканчик. И, ага. Согласен, лазить по чужим вещам нехорошо. Но не переживай, мы же лишнего не возьмем. Ну да. Так, открыть. Ага, вижу спички. Вижу спички. Дай сюда. Отлично. Коробок пустой, вот засада. Ну ничего, мы еще поищем. Так, продолжаем. Смотри, у папы такая же стамеска была. Он тебе тогда еще коня-аркашу смастерил. Возьмем на всякий случай? Да, давай. Взять. Так, это что такое? Цели. И зачем они нам без ружья? А там порох есть. Дай, дай, там порох можно развести, можно... Падла. Детская одежда в такой жуткой хижине как-то не вяжется. Ну, дай. Все, ничего не можем. Ладно, давай с помощью стаместки, значит, открывать эту вот штуку. Вот и стаместка пригодилась. Давай. Кажется, поддается. Ну, еще. Еще чуть-чуть. Теперь вторую. Давай. Вот так.
Еще немного. Ты что, это мои медвежатники с вами профессиональные. Ура, получилось. Что же там внутри? Не знаю. Погоди, дай закрыть сначала это. И давай открывать. Документы какие-то. Бумажки. Язык незнакомый. Ну, будем надеяться, что не нужное. Да и выхода у нас нет. Бумага есть бумага. Согласен. Взять? Какой необычный подсвечник. Все? Типа ничего нельзя? Какой необычный подсвечник. Так, давай бумажку ложить, значит. А спичек-то у нас с вами и нема. Как-то это все еще поджечь нужно. Согласен, согласен. Давай. Давай искать спички. Ой, бесишь меня. Давай искать спички, давай. Давай искать. Ты не говоришь, что мне придется сейчас выйти на улицу? Мне сейчас придется выйти на улицу. Здесь не открывается, да? Тут пусто. Вот засада. Ладно. Хотя могли взять эти какие-то патроны. Разломать, попробовать с помощью стамески какой-то железки с кру. Это, конечно, геморройно, но... Ну, что поделать? Так, подпрыгнуть нельзя, да? Много снега не унесешь. Окей, дай чайник. Все готово. Остается найти. Я бы тоже выпил чего-нибудь горяченького, но нам печку для начала растопить надо. Так я снегу наберу. Ладно, ладно, пошли. В руках много снега не унесешь. Так, ребят, где спички, как думаете? Ага, ля. Во. Слышите? Это что? Чего это пол так скрипит? Только открыть можно. Во, пошли. Да тут есть подпол. Страшно. Страшно. Страшно, вырубай. Внутри. Ура, пошли. Давай. Так. Хорошо. Давай осмотрим. Во. Здесь, похоже, осталось несколько спичек. Ура. Ура. Но детям спички не игрушки, так что... Покупайте зажигалки. Посмотрим. Так, записки. 2 марта 39 год. Олег сказал, что мы переждем всю эту беду в лесу. Будем жить в его домике, и никто нас не найдет. Волнуюсь. Уже почти год так и живем. Охотился на диких животных. Я готовлю и навожу уют. Несколько... насколько это возможно. Кажется, что весь этот ужас обходит нас стороной. Иногда Ульрих выбирается за провизией в город. Мой живот растет каждым днем. Не знаю, как мы переживем, проведем роды, но ехать в город со мной — это слишком большой риск. Так, давно я не возвращалась к записям. Ясно одно. Жизнь полна чудес и сюрпризов. Прикольно, прикольно. Так, Ульриху удалось привести своего старого знакомого доктора, чтобы он принял роды. Так, появилась на свет наша малышка Анна. Это самое прекрасное создание. Так, зима 42-го года. В этом году особенно злая. С трудом поднимаюсь с постели. Болит живот, лихорадит. Ульрих отправился за лекарством в город 3 дня назад. Еще никогда он не задерживался так долго. Мы с малюткой пока держимся, хоть и с трудом. О плохом стараюсь не думать. Блин, а я дальше не хочу читать. Я понимаю, чем это все закончится. Так что давайте, может, выйдем. Давайте, наверное, выйдем. Не-не-не-не-не-не-не-не. Книги мы жечь не будем. Ой, все. Уже отсырели они, не загорятся. Да я понял, все, все. До побачення. Идем посмотрим, что тут есть. Какие красивые и добрые люди. Так, давай поправим. Ого. Все, шикарно справились, да? Отлично. И тут а что у нас? Знакомый эрзац кофе. Не чай, конечно, но тоже сойдет. Мы сейчас будем кофе с вами пить.
Ну все? Ага, ребята, я не заметил. Вот все в правом нижнем углу, видите? Что случилось? Тише, тише, тише. Уложить ребенка — это счастье для мамы. Не будем их будить. Да, пошлите отсюда. А я сразу и не заметил. Так. Приступим. Давай. Холодно-то как. Давай, бумажечку. Теперь дровишки. Теперь дровишки. Да ты шуля. Ну. Алло, игра. Вот так. Теперь можно поджигать. Да, а теперь давай спички. Ну. Так. Шуникс. Давай еще разок. Давай. Шуникс. Хм. Что такое? А, вот, хорошо. Ура, получилось! Так, давай теперь закрываем. Живем. Теперь почти как дома. Вот бы еще этот кофе заварить. Сейчас заварим. Да воду отыскать для начала. Только не говоришь, мне же кружку надо будет искать. Ты не мог мне сразу сказать. Так, дай мне вот эту штуку. Ну, аля. Короче, она не закрывается. А чайник-то дырявый. Надо нам что-то другое найти. Ладно, ладно. Не все так просто, да? Не все так просто, оказывается. Давай, наверное, эту дверку закроем, или мы не можем закрыть. Так, что у нас тут есть? А вот и кружка. В ней-то и нагреем воду. Карно. Так, ножик нельзя все-таки взять, да? Хорошо. Снег у нас находится вот туточки. Набираем. Плохо придумала, но брать снег в кружку. Молодец. Остается только нагреть, и будет нам кипяток. Да, только ей придется раз 5-6 так набирать. Остается дождаться, пока снег растает. Ну, то есть у нее где-то будет вот так на дне водички. Так что придется топить и топить. Так, кофе. Не закипело. Нужно еще немного подождать. Не-не-не. Не закипело. Ой. Осталось только добавить кофе. Давай. Дай сюда. Ох, черный как ночь, а какой аромат. Кружку хватай, а я... осторожнее, горячая. Пахнет. Так, ну давай теперь устроимся поудобнее в кресле, потому что с кипятком лучше не бродить туда-сюда. Согласен. Лучше, как говорится, разлить все на себя, чем на пол. Теперь отдохнуть можно. А доставай-ка припасенные сухари. Ничего себе, на запах прибежала. Угостим соседку. А, давай. Ну уж нет. Ну давай. Кидай редиску. И правильно. Мышь тоже человек. Согласен. Может, дождемся весны здесь, втроем? Ты только представь, огонь трещит, птички поют. Ты задремала в кресле, я греюсь на печи. Крыса грызет твою эту. Вообще шикарно. Эх, шучу я так, конечно, шучу. Нам с тобой есть куда идти. Давай, доставай письмо. Уж больно перечитать хочется. Ой, а давай мы не будем читать. Дорогие, любимые наши Катя и Асенька. Нет слов, которые бы описали то, как мы по вам скучаем. Мы живем дружно. В нашу деревню немец пока не сунулся. Пока еще есть хлеб и свежее молоко. Чего еще желать? Не представляю, как вам должно быть на чужбине. Одна радость, что живы, что доносится все-таки иногда от вас весточка. Пускай весь этот кошмар закончится поскорее. Любим вас и ждем с нетерпением в нашей деревушке. Ваши... Ваша бабушка, тетя Лида и малыш Егорка. С
Спи сладко, моя родная. Скоро мы обязательно с ними повстречаемся. Так, продолжаем. Продолжаем. Ой, как же я тебя понимаю, Верунчик. Донде стала библиотека? Извините, а вы не видели мою маму? Нет, солнышко, маму твою не видела. Да кто ж знал, ну, чего ты нос повесила? Вернется мама. Куда ж она денется? Я бы сказал бы, куда она могла деться, то я думаю, как бы YouTube не оценит. Оно того не стоит. Все хорошо. Я уж даст Бог все образую. Тетя Злата, вы не знаете, куда ушла мама? Да, она говорила, что какое-то дело важное. А куда пошла, не сказала. А я и не уточнила. Далеко собралась, Пронера? Гюнтер тебя не пустит уже. Тетя Надя, я не могу найти маму. Ты лучше ляг, поспи. И сама не заметишь, как мама придет. Звучит как план, да? Да не, давайте найдем. Давайте лучше найдем. Шнеля. Простите, а вы не видели? Du kannst nicht raus. Смена уже закончилась. Миша, дай пройти. Слышь, Дилда, дай пройти. Падла. Так, побежали. Что это такое? Ой, а где все? Слендермен. Нужно отыскать маму. Слендермен, это ты? Так, назад нас не пускают, значит, вперед бегим. Так, я таки извиняюсь, можно пройти? Не? Во. У меня мышка почти не крутится, ребят, так что приходится так ходить. Так, надеюсь, тут налево. Блин, а дайте мышку нормальное управление. Ну, начинается. Не толкайся, стой смирно. Да не толкаюсь. Не нравится мне это. А что это было? Обязательно найди меня. Так, обязательно найдем тебя, не переживай. Я так понимаю... Только не терзай себя, это не твоя вина. Разбомбили лагерь, да? А не надо было всякие пакты там подписывать, секретные протоколы. Это почти то же самое. И было бы все хорошо. О, давай на велик и до побачення. Я вот помню, как мы ездили на велосипедах за город. Раннее утро, солнце заливает комнаты теплым светом. Мы берем с собой овощи, хлеб, воду и спешим в дорогу. Ветер развивает наши волосы, ты такая счастливая. Я понимаю, что сейчас должен быть грустный момент, но каждый раз, когда я начинаю разговаривать, дальше все стало совсем плохо. Она меня перебивает.
Папа ушел, но обещал, что все будет хорошо. Что скоро вернется, и мы заживем еще лучше прежнего. Что все это забудется, как страшный сон. Ты знала, что иногда мы обманываем ради близких? Все поменялось так быстро. Когда пришли они, стало по-настоящему страшно. Этот страх был всегда со мной. И этим страхом я отравляла тебя. Мы ссорились чаще, чем следовало. Я ругала тебя и даже не задумывалась, каково было тебе все это время. Помнишь тот поезд, в котором нас везли сюда? Да-да-да, помню. А теперь немножечко красивее. Казалось, что мир зажился. Внимание для узких. Теперь вы делайте все то же самое. Задумайтесь. Маленькое окошко, из которого дул свежий ветерок, вселяло надежду. Оно напоминало, что мы по-прежнему живы. Можем видеть свет, дышать и чувствовать прохладу. Насколько бы ни сгустились тучи, для меня ты всегда останешься тем самым окошком. Ты стала такой взрослой. Дети не должны взрослеть так рано. Эта война нас всех состарила. Так не должно было произойти. Как я могла оставить тебя одну? Когда пролетели самолеты, а потом взрывы, я не успела даже понять, я всегда буду с тобой, а ты всегда будешь моей маленькой дочкой. Тебе пора, родная. Я знала, что ты меня найдешь. Так, давай смотреть, что тут под шапкой лежит. Дай сюда. Угу, обезять. Так я не понял, это у нас опять флешбеки или что это такое? Мы же вроде в домике кофе пили.
Да, все-таки флешбеки. Так, кто-то идет. Жесть. Надо бежать. Надо. Но тихо, без лишних движений. Окей, как это делать? Так, думай, думай, думай. Ага, вижу, на коробке. Нужно на коробочку пройти. И на крышу, да? Не, не так. Но в погреб мы явно не спускаться не будем, да? Или будем? Не знаю, ребят, давайте попробуем спустимся, если нас пустят. А нас не... А нас рано пускай, или да? Поздно они нас тут найдут. Понял. Нужен другой выход. Ага, вот, шкаф отодвинуть. Давай отодвинем шкаф. Еще немного, и они выломают эту дверь. Надо выбираться. Так, все, уходим. Здорово. Вылезем в окно. Только осторожно. Да уж, не задалась ночевка. Согласен, согласен. Я уж там размечтался, задремал. Прикольная варежка. Ничего, пока ноги несут, надо идти. Глядишь, там и убежище какое-то подвернется. Как говорится, несы прорвемся. Так, кто это? Бенджи. Погоди-ка. О, похоже на советский самолет. А вдруг эта папка прилетела и тебя ищет? Ага, по-любому. Уж на самолете-то мы мигом на родину доберемся. Так, нужно, чтобы он нас заметил. Есть идеи? Да. Давай за ним, а там уж разберемся. Давай. Другого хода нет. Надо лезть. Только голову пригнуть не забудь. У нас спички есть, можем костер развести. Только представь. Как же он скучал, наверное. Так, Ctrl встать. Ну, прям целый лабиринт. Фух. Ну, хоть снова дышать можно. Так, а он подбитый или что? Что он дымит? Вот это вираж. Ничего, мы за ним поспеем. Сейчас падать будет, нам, да? Не останавливаться. Сейчас, наверное, упадет. Так, а куда бежать? Наверное, сюда на свет. Тут мне кажется, что он подбитый, и мы как бы не сможем улететь. Так, тут два варианта. Либо наверх, либо налево. Давай наверх попробуем. Давай попробуем наверх. Это что у нас тут? Ага, это ничего. Нехорошее у меня предчувствие. Шо? Ты знаешь, нам надо бы поосторожнее тут бродить. Согласен. Ну? Вообще ничего не вижу. Что делать? Блин, вообще волки воют. Ага, во-во-во, понял, понял. Все-все-все, до побачения, ребята. До побачения. Так, залезь, пожалуйста. Все, уходим. Не хватало, чтобы нас еще сейчас волки занимали. Так, и налево, и направо. Да не пугайте, так стрёмно. Уху, уху. Гляди-ка. Глядюка. Я, конечно, не следопыт, но это явно не белка и не заяц. Согласен. Это рысь. По-любому рысь. Стопудово. Ну, дикие звери, они же это... Либо снежный человек. Уф-уф. Ладно, не буду нагнетать. А вуф? Типа этого?
Как там? Безумно трудно быть волком, да? Ага, кажется, верной дорогой идем. Думаешь? Слышь, а он не сильно долго кружит и падает, нет? Я, конечно, все понимаю, но можно игру не растягивать. Не мерзнешь? Все хорошо? Да, все нормально. Вижу, вижу. Второе дыхание открылось. И не мудрено. Папа ведь тут совсем рядом. Угу. Че, и волки, либо снежный человек. Вон уже и просвет какой-то. Давай через речку махнем, а там, глядишь, и заприметит нас папа. Да, давай. О! Бонжур. Нет. Донде стали библиотеки? Ох ты ж. То-то же шакалы. Ага. Бежим скорее. Бежим. Падение было жестким. Наверняка папе нужна наша помощь. Побежали. Побежали. А я же говорил, что он падает. Так, бонжур. Папа. Ой, а это не папа. А кто это? Мама? Смотрите, какие шикарные у вас усы, мама. Девочка, в лесу. Нет, это Белочка. Я пришла вам помочь. Своя, значит. Это я помогать должен. Да вот, сплоховал немного. Как зовут-то тебя? Ася. А меня Игорь. Ну что, давай костер разводить, пока мы с тобой не задубели тут. Да, давай. Спички у меня есть. Карта уже не пригодится, похоже. Только вот подняться я не могу. Так что сухие ветки тебе натаскать придется. Ой, ну начинается. Угу. Справишься, справлюсь. Дай сюда. Так, хорошо. То, что надо. Еще несколько таких, и будет нам костер. Понял. Давай. Вот это вот, не палочка. Нет, не палочка. Стопе, что-то я вижу. Вы тоже, да, видели вот этот значок? Во. Да, место, что надо. Для костра нам только веток не хватает. Да, место, что понял, надо. Понял. Не ори на меня. Будь осторожна, тут меня. Могут быть звери. Да, я знаю. Хотя шум от падения, должно быть, всех распугал. Нас чуть не занямали. Так, 2 из 5. А ты не из болтливых, я смотрю. Уважаю. Слышь, ты там... Сильно губу не раскатывай, мы еще маленькие. Так, не. Сам я говорю, чтобы сознание не терять. Не, оно... Раз уж шевелиться не особо выходит. 3, 4, 5. Во, пусть это будет 5. Нет. Ого. Так, ну, где еще палочка? А вот еще палочка. Отлично. Идем разводить костер. Можно разводить костер. Думаю, не подойдет. Думаешь? Хорошо. А тут? Отлично. Умница. Теперь надо поставить. Поставить шалашиком. Знаю, меня папа учил. Хороший человек, да. Так, давай шалашиком. Опа. Дай сюда.
Вот оттыша. Но я думаю, минут на 7 нам этих палочек хватит. Все. Ловко ты управилась. Так, берем спичку. Шикс. Ага. И последняя, да, осталась? Я человек неверующий, но сейчас нам бы не помешала помощь свыше. Давай. Шикс. Все, прикарно. Вот, другое дело. Ох, саднит, зараза. Могу я как-то помочь? Да что тут сделаешь? Хотя, знаешь, в кабине аптечка должна быть. Посмотришь? Да, давай. Ты возьми горящую веточку, лучше видно будет. А тебя не смешает, что самолет упал, и там может быть горючее, и я с помощью этой горящей веточкой тебе кое-что могу подпалить, не? Оно как мэкнет, и будет плохо. Так, аптечка. Тут ничего нет. Так, есть вот же фотография. Похоже, выпало во время падения. Я могу поискать где-нибудь. Так, взять. Что тут, больше ничего нету? Нельзя потрогать, потыркать. Не, нельзя. Так, я могу поискать. Хорошо. Давай поищем. Только где? Так, в рифму говорить не надо. Мне нужно конкретное направление. Блин, а ему точно аптечка нужна? Я знаю, что когда красное ХП, оно потом само восстанавливается, так что... Пусть просто посидит, и оно нормально восстановится. Так, здесь ничего, да, нельзя смотреть. Ого, ого. А вот и аптечка. О, вот и аптечка. Только вот сумка порвана, а внутри пусто. Должно быть, снег упало. Посмотри вокруг. Ой, ты задолбал. Все, отлично. Ну ты прямо сыщик. Что бы я без тебя делал? Идем поднимать тиммейта, потому что скоро красная зона пойдет. А мы еще не залутанные. Раны тебе перевязывать, надеюсь, не приходилось? Нет. Смотри, сначала надо промыть все водой. Так, хорошо. Давай. Смотри, сначала надо промыть все водой. Все, промыл. Затем обработать перекисью, чтобы никакая зараза в кровь не попала. Переработал. Вот теперь можно замотать руку бинтом. Давай. Все. Хоть в медсестры. Та ты шаля. Спасибо тебе большое, Ася. Пожалуйста. Ты вообще как тут оказалась? Куда путь держишь? К бабушке пирожки несу. Ты как думаешь? Это долгая история. Я домой иду. Меня в деревне бабуля ждет. А в лесу я оказалась, потому что... Вот я, дурында, чуть не забыла. Я фотографию у вас в кабине нашла. Вот. Это же мои родненькие. Я уж думал, все. Пропала фотокарточка. Меня ведь тоже в родной деревне ждут. Дочь моя. Чуть помладше тебя, девчонка. Сони зовут. С матерью осталась. Словно целая жизнь прошла с тех пор. Знаешь... Я порой закрываю глаза. И словно наяву все это со мной происходит. Так, прикольно, и что мы еще будем управлять? Да, ля. Плыву я на своей птичке по небу. Мотор ласково рычит, пропеллер отгоняет тучи. Сейчас бы тут вставочка World of Warships. Подо мной вражеские было. Руины, которые вижу в последний раз. Так что, Картося, напиши мне.
Так, а давай выше поднимемся? Или мы не можем? Нет, мы не можем. А что нам нужно? Нам просто прямо лететь, либо... Чем дальше я проплываю, тем теплее и радостнее у меня на душе. Так, я не знаю, что тут комментировать, так что не будем комментировать. Вот-вот и родные просторы начинают проявляться за горизонтом. А там земля, там и дом родной. Где дом, там и родимые мои, дочь и жена. Вот уже обнимаю их, носом соломенные волосы зарываюсь. Они плачут от счастья, я целую их в соленые щеки, говорю им, как люблю, как ждал этого часа. Так бы и замер в этом моменте. Если сейчас побежишь, не догонят. В той стороне город, там выжить больше шансов. Возьми фотографию только, пожалуйста. Чувствую, им с тобой надежнее будет. В той стороне это в какой? Но как же вы? Беги, беги давай. Со мной все будет нормально. Чую, они у нас на хвосте. Думаешь? Медлить нельзя. Окей, давай. Побежали. Уи! Осторожно, там камни. Да вижу. Что же это за ночь-то такая? Только все начинало налаживаться. И не говори. Так, перепрыгнуть. Ах ты, падла. Вставай. Вставай, зайчик. Ой. Чуть-чуть не допрыгнули. Перца слегка не рассчитали. Вода леденющая. Даже не думай туда падать. Умница моя. Просто умница. Вставай. Но останавливаться нам никак нельзя. Согласен. Немцы, холод, дикие звери, не дай бог. Ну, так может мы немножечко ускоримся? О, опять снежный человек. Выше нос. Не зря мы с тобой столько уже прошли. Согласен. Ау-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 у. Давай, Спайдермен, побежали. Так, перепрыгнуть. Ох ты ж. Гнуть. Вижу, все в порядке. Да, все в порядке. Так, ребят. Сейчас выберемся, не боись. Давай, наверное, мы в следующей серии с вами выберемся. На этом, как говорится, всем спасибо большое за просмотр, за лайкосик, подписку и комментарий. Так что все. Всем пока-пока и до потом.